Ярким, красочным и зажигательным встречал Заинское подворье гостей на республиканском Сабантуе. Заинское подворье – это быт, обычаи, традиции, культура и национальные особенности народов, успехи и достижения района. Каждое поселение сельское встречало гостей национальным блюдом Костыбы. Здесь же заинские кулинарные мастерицы показали мастер-класс, как испечь самые настоящие татарские костыбы и блины. Традиционно костыбы готовится с картофелем, но у нас в районе готовится много начинок. И с картофелем, и с капустой, и с кашей, и с картофелем с грибами, картофель с творогом, с тыквами. У нас много различных начинок. На каждой точке можно было угоститься национальными блюдами. Гости Сабантуя были из самых разных точек мира. Поэтому национальный колорит праздника вызвал бурю эмоций. Ну, мне понравилась атмосфера, что много действительно творческих клубов, да, которые поют, играют. Это видно, что люди это делают с душой, открыто для себя. Ну, это очень сильно бросается в глаза и заметно, что люди действительно искренне этому радуются. У меня было очень много случаев, возможностей попасть в Казань, вот, но так сложилась ситуация, что не получалось. А вот когда приехал, мне предложили попасть на этот праздник, ну, очень интересно посмотреть. Словам не объяснишь. Спасибо Татарстану, спасибо России. Все хорошо, все прекрасно здесь. Когда заходишь, девушки в красивых костюмах, это всех встречают очень красиво, очень. Я сама с Киргизии, а это моя родина, я в Бугульме родилась. Гостей праздника пригласили на всевозможные мастер-классы, выставки народных промыслов, татарские народные пляски. Традиционно на Заинском подворье топилась баня, попасть в которую мог любой желающий. Вот уже пятый год мы радуем Республике Татарстан и Заинским баням. Издревле Заинский район славится национальной борьбой. Поединки шли в течение всего праздника. Зрелище яркое, его посетил и раис Республики Татарстан Рустам Миниханов вместе с многочисленными гостями. Ежегодно это, значит, подтверждаем своей хорошей работой наших хороших механизаторов, комбайнеров, руководителей, всех заинцев. И я думаю, это заслуженно мы здесь представляем свое Заинское подворье. Центром нашего подворья является, конечно, национальная борьба. Мы гордимся нашими своими борцами. Самый сильный в республике, в мире и в России. Наш борец Радик Салахов стал победителем игр БРИКС. Очень много было народу, очень много было гостей разных стран, которые участвовали в играх БРИКС. Большое спасибо нашему президенту, раису республики, который приходил, посмотрел и даже наградил наших борцов. В течение всего праздника многочисленные гости могли познакомиться и с живым зоопарком и посмотреть концерт звезд татарской эстрады. Елена Маврина, Юлия Казамарова, новости Заинска.